Ремонт кофейного автомата. Кофейный торговый аппарат, автомат Саека 200. Сегодня у нас проблема следующая. Значит, у нас протекает и получается лужа на полу. Значит, мы думаем, что это протекает вот с этого. Значит, для этого мы достали поддон вот этот вот. Вот, и увидели лужу, вот именно вот в этом пространстве, вот здесь вот мы ее вытерли, вот, и подозреваем, что это идет вот отсюда, здесь у нас бойлер с той стороны. Вот. Здесь идет переливная трубочка, мы ее взяли почистить, с этой переливной трубочки вот капала мимо поддона сборника воды, капала прямо на пол. Поэтому мы сейчас продуваем трубочку и увидим, откуда эта водичка течет с автомата. Устанавливаем обратно промытую шланочку. Разбираем лоток. Это лоток тот переливной, куда моется водичка после мойки стаканов, уходит и дальше идет в ту шлангочку и в бачок. Разбираем его. Так, вот там такие есть зажимчики, которые нажались. А это все сейчас помоется вот с этого лотка. Здравствуйте. Собираем лоток и устанавливаем на место кофейный автомат. Все установили. Проверяем. Закрываем. И закрываем. Друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До скорой встречи!